Всем приветик, дорогие мои, с вами Леон, и мы продолжаем проходить Black Mesa в шедевральном мод на ремейк культовой легендарной Half-Life 1. И мы сейчас находимся в одном из отсеков по восстановлению энергии ядра комплекса Лямбды. Это у нас, я так понимаю, последняя подача электричества или воды. Нет! Нет! Чтоб тебя! На пятую точку приземлился, чтоб тебя, тупая тварь. Патроны кончаются, со здоровьем все плохо, а ведь у нас еще... Это еще не конец, и... Ладно, будем терпеть и идти дальше. В любом случае, самое тяжелое и смертоносное оружие у нас при себе. Правда, с патронами у меня 9-миллиметровыми все плохо. Они бы, ох, как мне пригодились. О! Сказано, добыто. Так, сейчас перезарядимся. Вот мне нравится, что приходится каждый раз перезаряжаться. В некоторых играх это скотина такая. Блин. Она позволила себе просто напасть на меня. О, блин, нафиг, что происходит? Кругом. Здрасте, ух ты. Откуда ты свалился, родной? Гадтов родной. Так. Ребята, перестаньте мне писать. Блин, я уже ненавижу Steam за то, что приходится постоянно смотреть вот эти всплывающие сообщения. Возможно, там можно в настройках как-то это убрать. Так. Да, записываю серию. Да, засранец засветился. Ну ладно, пофиг. У меня, кстати, очень мало друзей в Steam. No thanks. Так, ладно, неважно, отвлекся. Так, восстанавливаем энергию. Вот, как можно помнить, в прошлой части мы восстановили вот эти вот второй отсек полностью. И сейчас мы находимся в первом. Так, ладно. Как нам это сделать? Ладно, спускаем сюда, лишь бы ногу не сломать, как это обычно у меня происходит. Ух ты, смотрите-ка. Ты смотри-ка, что вылезло! Ха-ха, нежданчик, ну... Мой арбалет всегда наготове. Так, никто опять меня тут не схватит за голову. О, отлично. Ой, блин. Так, откройся. Все было нормально. Блин, постоянно выскакивают вортигонты. Отлично. О, смотрите, как его схватило это барнаклянья. Че сказал? Ладно. Барнакла, фигня. Ха-ха, смотрите, как ее схватила. Она даже еще жива была в этот момент. Я думал, их не хватает, эта штука. Блин. Просто захавала целиком, прикиньте. Обалдеть. Ну-ка, отпусти. И сейчас нога какая-нибудь отвалится по-любому. Так, нет, смотрите, ничего не осталось даже. Уже почти переварила. Да, сдохни. Так. Так, все, по крайней мере, ход у нас будет теперь безопаснее. Так, вот это сейчас что было? Мне это не понравилось. Да ну ладно, опять патроны кончились. Ну ладно, надеюсь, он того стоило. Так, это, наверное, опять вортигонты. Так, не могу. Так, как минимум... Ух ты, блин, два вортигонта. Скотина! Вортигонт, ты! Сдохни! Блин, да что ж такое? Пули мимо него летят! Схавай! На завтрак, скотина, свинца. Ух ты, блин. Фух, револьера просто спасает. О, блин, последний патрон. Против кого мне с последним патроном-то идти? Когда сами вортигонты с первой пули-то не умирают. Ладно. Ушел на отдых револьера. Блин, тупые твари. Что дальше делать? Надо, наверное, что-то там разблокировать внизу, как было в прошлой части, и запустить...
механизм подачи воды. Ну ладно, это как всегда. Прикиньте! Нифига! Против лома нет приема. О, черт. Так. Спокойно, спокойно. Так, зачем я это сделал? Она сейчас опустится вниз, да? Вроде как. Вот, давайте поднимемся просто вверх. Возьму-ка я арбалетик. Что-то мне кажется, сейчас как начнут появляться эти вортигонты, и мне придется их отстреливать. Блин. Эта игра начинает быть предсказуемой. Со своими вортигонтами. Почему они тут появляются? Возможно, кто-то из вселенной Z-а прям не просто рандомно они появляются, а прямо с определенной целью здесь, чтобы остановить меня. То есть не просто там всякие хэдкрабы, а именно вортигонты в таком изобилии. Так, ну я думаю, что здесь все. Осталось только потянуть тут рубильник. О, отлично. Знаете, мне кажется, даже сейчас... все, отлично, можно бежать. Можно бежать обратно к нашим ученым. Ядро запущено. И жизнь удалась. Так, секунду, надо проверить. Странно. До сих пор горят красные лампочки. А что я должен сделать? А, нет, все, зеленые загорелись. Отлично, теперь я могу двигать назад. Это восхитительно. Так, здесь все. Ура! Бежим, бежим. Черт, кто где появился? Открывается портал. Да ладно с вами. Что? Почему закрыто? О, нет, нет, нет! Черт, блин! Ненавижу лестницы в этой игре, они просто убоги. Кто посмел? Блин. Лузер. Так, ну давай лестница, не подведи меня. Так, сохранюсь-ка я здесь. Ага, все, я понял, где я нахожусь. Какой звук, а? Так, вот мне бы, конечно, по-хорошему вот туда пробраться и добыть вот эти вот замечательные вещички. Может, я все-таки это смогу сделать. Давайте попробуем. Так. Может, я смогу допрыгнуть? Хотя сомневаюсь на самом деле. А может, я просто смогу прыгнуть хотя бы туда? Мне нужно это... No! Фейл. Ладно, ладно, плевать. Плевать, я пошел отсюда. Хотя, можно вроде и отсюда попробовать добраться до туда. Так. Нет! Блин! Думал, лишь бы не попасться на эту долбанную барнакло фигню. Ладно, что-то мне уже не сильно хочется разбираться, как добывать те или иные предметы. Побежал-ка я обратно. К ученым. Оп. Арбалет, конечно, меня очень-очень часто спасал, когда я бился против военных. Обалдеть. Просто офигеть, как они меня встретили. Тупые шарики на ногах. Кладки икры, блин. Так, нам туда. Ребята, я сделал то, что требовалось. Надеюсь, вы еще живы. Уху! Зашибись, я идиот. Дайте мне аптечку. Как можно было реально так вот спрыгнуть? Блин, что ж такое со мной сегодня, а? Бегу, сломя голову. Знаете? Вы. Конечно, я не боюсь.
Что такое? Добраться до лаборатории. Не, секунду, я не понял. Еще раз повтори. Both pump stations have been positively overrun. Take these supplies and hurry. Перегружены? То есть теперь я должен их обезвредить, что ли? Я не понимаю, что хочешь от меня, этот тупой ученый, потому что я всего лишь солдат. А, хотя нет, я тоже ученый, да, точно. Да, я понял, что он хотел сказать на самом деле. Все, все. Определенно. Теперь мне нужно вот сюда. Хотел изобразить свою тупенького. Нет! Нет, черт! Нет! Еще раз, нет! Так, надеюсь, они пойдут по тому месту, потому что я тут теперь точно не пройду, если только не подорву эти штуки, блин! Явно кто-то хочет это все предотвратить. Здрасте! Ой! Это выглядело весьма тупо. Так, твари, что вас? Зацените, как я могу. Так, я думаю, что... Оп. Оп. Ну, теперь подойдите сюда. Ланг. Ланг. Ух ты! Ты еще жив! Да, это было весьма малоприятно. Смотри, что у меня есть, дружок. Да какого фига вы делаете, тупые твари? Ну, в любом случае, мне нравится просто их подрывать. Еще? Еще появились? Да чтоб вас! А! Я тебя запомнил, лысый. Дождись меня. Так. Нет! Черт, да как так-то? Долбаные братигонты. Долбаные перья. Да как ты это делаешь, тупая тварь? Аж повис. Смотрите. Так. Нейтрализовал. Э, что? Лимит открытия двери... был превышен. Ну ладно, здорово. Так, оставь меня в покое, тварь. Ну да, это было круто. Вот смотрите, бедняга просто поскользнулся и упал. По крайней мере, выглядело это именно так. Откуда путь дверь? Черт! Ай, ай! Как она сюда добралась? Чертовы ублюдки! Почему они лезут и лезут и лезут? Я же не могу постоянно тут тусить. Черт! Опять смотрите, дверь закрыта. Здрасте! До свидания. Надеюсь, он сдох. Нет, он еще не сдох. Там еще не все. Их наглости нет предела. Почему? Почему вы меня так не любите? Идите нахрен от меня, чертовы ублюдки, ублюдки, что у вас там? Все, ребята, вы нарвались. Вы нарвались по-крупному. Блин, мне нужны аптечки, мне нужно много аптечек, черт. Так, минус один. Минус еще один. Здрасте, ребята. Надеюсь, больше никто не появится, потому что я не хочу больше использовать эту штуковину. Здорово. Вкусненький ты наш. Так, по-моему, это все. Больше никто не появится. Однозначно. О, да. О, да. А, блин, прям... Прям блаженство. Это еще не все, мне нужно больше. Нужно больше аптечек.
Так, и нифига, я не понимаю, зачем стоят здесь пустые коробки, блин. Если коробка стоит, и она пустая, это уже как минимум ненужный предмет. Абихуна в этом месте. Так, по крайней мере, одну хоть мы добыли. Так. Оп. Вот это был тот самый патрон, который оставался. Так, что ж, теперь мы спускаемся, по всей видимости, вниз. И вот наша комнатка с ученым, который нам просил разгрузить ядро. Потому что, судя по всему, мы находимся сейчас в главном ядре комплекса. И что, опять же, повторюсь, мне нравится вот эта вся монотонная стилистика а-ля Mirror's Edge. Я не знаю, зачем я сюда поплыл. Возможно, я надеялся, что что-то здесь сейчас увижу. Но ничего не увидел, и поэтому выныривал обратно. Так, кусочек дерьма. Так, здесь, по-моему, тоже ничего нет. Но, однако, вот это что такое? А, это фонарь обычный. Фонарь обыкновенный. Ребята, так. Ага, смотрите-ка. Может, здесь есть кнопка какая? О! Как и стоило ожидать. Лишь бы здесь не появилось никакого монстра, подводной гидры или еще что-нибудь такое. Потому что мне придется пустить в ход арбалет. Так, вот только посмотрите, я плыву вперед. Здесь я делаю все правильно? Черт, блин. Я же сейчас задохнусь. Быстрее! Реактор. Давай, двигай. Так, опасно, реактор, нет входа. Так, хорошо. Что, мне здесь нужно что-то сделать? Ну, давайте попробуем. Так, я спрыгну сюда, потом сюда. Ну-ка. Не понял. Вот так вот. Да тут же закрыто. А это что такое? Блин, да мне сюда вообще не надо было подниматься. Что, неужели мне нужно туда? Там же написано, что нельзя. Ладно. Мы же Гордон Фриман, блин. Нам всем по плечу. Радиация по плечу. Монстры по плечу. Военные по плечу. Ученые. Ох ты, ё-моё. Я, кажется, вспомнил это место. Представьте себе, оказывается, я до сюда заходил. Вернее, я имею в виду, доходил в оригинале первой части 98-го года, если уж не догадались, о чем я. Но тут сейчас появляются какие-то штуки такие, должны появиться, телепортирующие нас из одной платформы в другую. Надеюсь, здесь особо монстров не будет. Тут чисто на ловкость и на внимательность испытания будет. Должно быть, по крайней мере. Да ну ладно! Так, а ну-ка, спрятался. Блин, как это дофига этих вортигонтов, просто ту его хуча. Здорово. Хотел убежать от меня. Ха-ха, заблудился, дружок. Конечно, когда попадаешь в незнакомое место, тяжело сначала сориентироваться. В этом побочный эффект телепортации. Блин, я даже ачивку открыл, обалдеть. Прогресс достижения центра стремительное ускорение. Блин, обалдеть. Какие-то ачивки даже, знаете, название у них такое замудренное, научное. Так. Здравствуйте, я ваша тетя. Так, мне это не понравилось. О-о-о! Что происходит, блин? Вот черт! Блин. Только не говорите, что они будут теперь появляться по откату. А, блин. Так, тут лучше не бегать, да, сквозь эти штуковины, как бы понятно, да? Поэтому лучше не буду бегать. Блин, нет! А, загрузка. Черт тебя. Так. Ладно, давайте будем как-нибудь обходить это дело. Вот тут я и говорил, сейчас будет на ловкость.
Блин, прямо... Так. Спокойно, я еще могу двигаться. Так. Фух. Так, нужно... Так нечестно! Завали. То есть нужно ориентироваться по этим черным пятнам. Да что ж ты будешь делать? А зачем он так по... толкает меня? Фух. Так, с патронами очень-очень худо. Откуда? Нечестно! Как он это сделал? Смотрите-ка. На! Да, ё-моё. Хорошо, ладно, собрался. Так, тут особо, конечно, комментировать нечего, только ловкие движения и все. Так. Ух ты, блин, зацепила, падла. О боже. Выглядит это, конечно, весьма забавно. Так, что бы мне против них еще активировать-то? Ух ты, блин, вот эта штука. Я так и думал. Эта дырка не просто так там появилась. А, так. А, наверное, я сейчас шмальну по этой ерунде, которая там стоит. Блин, мимо. Хорошо. Так, то есть там вот в эту дырку еще до сих пор стреляет эта фигня. Но этот луч гораздо мощнее обычного. Блин, обалдеть, что же с этим генератором происходит вообще? Походу мы его сломали к чертям. Чувак, тебе не повезло, ты знаешь об этом? Интересно, он летел с высоты и разбился, или его просто на него что-то упало сверху? А, возможно, он прямо в лифте был, когда это все случилось. Давайте посмотрим, что там наверху, потому что мне прямо кажется, что здесь будет что-нибудь интересное. Ну-ка, давайте спросим эту бутылку вниз, она разобьется, интересно. Да, разбилась. Привет всем! Я должен был сюда подняться или... Только посмотрите, тут охранник следит за мониторами, а не то, что здесь за спиной может что-то произойти. Эй! Привет! Чё скажешь? Кретин. Что, ты просто откроешь мне дверь? Ну ладно, я сам ее открою. Мне нужно вот это. И все, что у тебя есть. Ключи, байк... кожаная куртка, волосы. Все, давай. Наверное, он имел в виду, что мы просто дикий монстр. Это что такое? Сталин в молодости, что ли? Так, ладно. Не знаю, о чем ты думаешь, но я думаю, что явно ты думаешь о резиновом утенке в такой ответственный момент. Ты думаешь? Ты реально думаешь, что... Помоги мне, чертов ты охранник, чтоб тебя. Так, сейчас я услышу, как там он начнет воевать. И... Тупое ты создание, а? Это было все, что у тебя было? Ну-ка, показывай, что у тебя было.
Так, ну давай-ка со мной иди. Хорошо. Я как-то особо с вами не пренебрегал, так что давай-ка ты, наверное, присоединись ко мне. Интересно, я там вперед тогда не пошел, я просто поднялся по шахте лифта. Возможно, впереди меня ждали какие-нибудь аптечки или что-нибудь такое. Я просто шел куда глаза глядят. Теперь твоя очередь. Молодец. Респект тебе. Ух ты, смотри, какой молодец-то. Слушай, ты мне нравишься, определенно нравишься. Сзади, черт бы тебя драл. Ну ладно. Как живой щит сработаешь. Так. Блин, смотрите, у меня просто глаза разбегаются, куда можно зайти. О, нет. Да. О, да и нет. Я же видел, что там вот это самое испытание на внимательность и ловкость. А это что такое? Чёрт, дери. Да, да. Разработчики просто детально воспроизвели все до мелочей. Как? Это я не знаю, это... Блин. Как назвать этот мод? Учитывая, что он считается модом, но он выглядит даже лучше, чем Half-Life 2 оригинал. Ну, конечно, если учитывать, что Half-Life 2 вышел всего в 2004 году, а это в нашем времени, но... Блин, это такой феномен. Это такая игра, просто я не знаю, как за нее деньги не берут. Это же пипец. Ну ладно, давайте поднимемся наверх. Хватит путаться под ногами. Подожди здесь, пожалуйста. Окей, босс. Ой, я думал, я наверх поднимусь, а я наверх на низ вернусь. Ну ладно, сохранюсь на всякий случай. О, что такое? 247, предсмертная запись. Офигеть. Ну, с почерком у него явно в этот момент было не так все хорошо. Так, левел А, левел Б, левел Си, левел Д. Так, лестница наверх. Скорее всего, потом лифт вырубится. После того, что я сейчас буду делать. А что я сейчас буду делать? Ха, кто-то в спешке закрывал эту коробку. Смотрите, листочек торчит. Официально. О, блин. Думаю, это будет весело. Давайте попробуем. Ух ты, ё-моё. Но, весело не весело, я думаю, это я оставлю на потом. Да, пипец, как ты можешь думать об этом, когда такое вокруг происходит. Ладно, спасибо, что смотрели. Если понравилось, подписывайтесь и всем тортик.